Волейбол в Красноярском крае выходит на новый уровень уже со следующего сезона. И женская, и мужская команда «Енисей» будут представлять наш регион в элитном дивизионе российского волейбола. А это значит, что Красноярск ждут матчи с участием суперзвезд. И этого момента с нетерпением ждут как болельщики, так и спортсмены. Мужская команда «Енисей» впервые за 15 лет стала победителем чемпионата и вышла в главную волейбольную лигу страны. Во всех домашних матчах красноярцы выигрывали, а по ходу сезона выдали триумфальную серию из 24 побед. Право выступать в суперлиге завоевали и девушки. Они вошли в элитный дивизион с третьего места. Завоеванные награды и благодарственные письма спортсмены получили из рук губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя законодательного собрания Александра Усса. Очень серьезное впечатление на меня произвела игра, состав, подход, тренерский корпус. Это большая победа. В любой лиге выигрывать чемпионство непросто. И здесь тоже много команд, много желающих победить. Игроки тоже не остаются в стороне, благодарят за поддержку и вспоминают, как начинали свой долгий спортивный путь, который привел их к этой победе. Мне вдвойне нравится ваша благодарность, потому что я родился здесь, 100 километров буквально от Красноярска, и вырос. И самые первые победы были именно в этом клубе, на родной земле. Я очень рад, что мы будем играть в Суперлиге, так как это самый сильный чемпионат в мире на данный момент. И спасибо, что мы под теплым крылом у вас. Спортивный клуб – это не только команда мастеров, но и детская спортшкола. Для начинающих волейболистов созданы все необходимые условия. Но даже важнее материальной составляющей – хороший пример перед глазами. Для молодежи спортсмены из основной команды – эталон, к которому нужно стремиться. Все время на тренировках, то есть они, просматривая игры первой команды, все время говорят, вот я бы вот так сделала. То есть анализируют все время. Как бы лучше в этой ситуации поступить? То есть себя ставят уже на место игроков первой команды. Сейчас юные спортсмены участвуют в первых серьезных соревнованиях своей жизни – чемпионате высшей лиги «Б». Здесь они оттачивают мастерство и каждый раз доказывают тренерам, что достойны войти в основной состав. Вот сейчас как раз такие соревнования, где можно получить и практику, и, как сказать, в себя поверить, то, что ты можешь, на что ты способен. Допустим, доказать второму тренеру, вот, Лене Бабошиной, чему, допустим, я научилась за год. А уже со следующего сезона юных волейболистов вместе с основной командой ожидает повышение в классе. Они сменят высшую лигу «Б» на молодежную волейбольную лигу. Анна Московских, Денис Тимошенко, Сергей Камашев. Новости.